Вы смотрите новости онлайн. Руководство российского Первого канала для поднятия рейтингов решило воспользоваться прошедшей недавно информацией об уходе Андрея Малахова из ток-шоу «Пусть говорят». На сайте канала появился анонс очередного выпуска программы с фотографией Малахова и новостника Дмитрия Борисова. При этом в эфире Первого канала при объявлении выхода «Пусть говорят» прозвучала зазывающая фраза о главной интриге лета. Ранее Андрей Малахов публично прокомментировал о своем уходе из ток-шоу. Ведущий объяснил, что его жена Наталья Шкулева находится на последних месяцах беременности, в связи с чем он попросил у руководства канала декретный отпуск. По словам Малахова, ему ответили грубо и цинично, мол, или вы ведущий, или нянька. После такого ответа Малахов написал заявление об увольнении по собственному желанию и вместе с женой уехал за границу. Позже появилась информация, что вся съемочная команда «Пусть говорят» написала аналогичные заявления и покинула проект. Так что на Первом канале правы. Действительно, существует интрига с очередным выпуском ток-шоу. Дмитрий Борисов, чья фотография появилась в анонсе, от комментариев отказался и посоветовал смотреть информационную программу «Время», которую он ведет. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!